Я думаю, вы слышите, да? Ну, там авторские могут быть, поэтому мы это... В общем, ребят, как вы уже догадались по названию, я сразу же записываю этот видос. Сегодня у нас будет Франция против Португалии. И я не знаю, за кого играть, за Францию или за Португалию. Ну, честно. Ну, как бы там Кристина, поэтому, ну, как вы понимаете, я сыграю за Францию. Ладно, я за Португалию сыграю. Вы что, с ума зашли? Какая нафиг Франция? Вы что, нет, Португалия, конечно же. Вот эти формы, они нормально сбалансированы, все. Так, самое файное, я не знаю, какая там была, какой там был стадион, но... А давайте-ка, ну-ка, что там было? Во, Парт-де-Франс, по-моему, на нем и был первый матч, и был последний вот такой мяч у нас сегодня. Судить будет у нас Нестор Питана. Мне, в принципе, не принципиально, кто нас будет судить. 10 минут. Топ-плеер. Для, ну, мало ли, вдруг кому-нибудь будет интересно. Топ или не топ? На А. Маутиньо и Коэнтрао у нас сегодня в отключке. Какая-то странная схема. 4-5-1. Прикольная. Ну, не прикольная, а необычная. Дани. Нани. Ну, вы поняли, да? Нам нужно заменить... ЦПшника срочно. Я думаю, мы его поправим. Так, заменяем. Кстати, Куарежму, я не знаю, ставить нет, но он, как бы, сами видите, в каком состоянии. Ну и также левого защитника мы меняем. В принципе, на любого мне не принципиально. И сразу же все, начинаем. Роналду будет на нападающем, что для меня будет немножко необычно, но я думаю, он забьет парочку голов. Парт-де-Франс. Принц, я не знаю, как правильно читается. Вот, мы не будем, я думаю, смотреть вот этот вот выход, потому что, ну, зачем это нам нужно? Сезоны, по-моему, как раз-таки 15-16, что позволяет нам более-менее, точнее, нет, по максимуму объективно оценивать, ой, объективные составы выставлять актуально на тот момент. Вот, я думаю, вы меня слышите, несмотря на громкие комментарии комментатора. Вот. Немного будет подлагивать, потому что у меня компьютер, сами знаете, не очень. Ну, а что делать? Что делать? Забивать надо. Почему не забило, не знаю. Надо было замах сделать обратно. Ну, ничего страшного. Фух, поехали дальше. Надо что-то говорить, но я уже себя всего выдавил в предыдущем видео, поэтому я не знаю, что нужно говорить сейчас. Ну, покомментируем немножко. Итак, Канте на Пайета. Я не знаю, кстати, Пайет сейчас, по-моему, не играет уже в сборной. По-моему, не играет, я не знаю, честно. Так, мы пока не можем отобрать мяч. Это что, Лаказет? А Гризман где? А где Гризман? Странно. Гризмана нам сегодня не завезли. Патрисио, давай, Пепе. Не знаю, как произносить правильно фамилию, но не буду просто. Тьяго. Все, и Франция дальше поехала. Вы не против, я немножко убавлю. Вот. А! Нет! Фу! Да ладно, серьезно. Угловой. Мы закроем, мы закроем, выбьем. Хорош. Хорош, хорош, молодец. Ну, давай, давай. Вот, Дани, Дани, давай, давай, давай. Тебе главное просто пробежать сейчас надо. Пробежать и обмануть. Все, хорош. А, и сюда, и давай. Блин, ну, прям во вратаря. Удар хороший был, мощный, плотный. Если бы в угол, то, естественно, это был бы хороший удар. А так в центр, ну, так себе. Такое, если честно. Пока прессингуем, что-то пытаемся сделать. Вон Роналду бегает. Так. Корпус ставит. Я не могу ничего сделать с этим. Вот пасик сюда. Вон уже фризы пошли небольшие. Или большие. Защитник, мы тебе зачем? Нет! Поет лох. Ой, ну не научился еще бить. Он, ну, бывает, бывает. Пепе, давай сюда. 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 Я не знаю, как комментить, просто я уже исчерпал из себя весь положительный этот... Ой, давай, давай! Да! Все! Извиняюсь за такой крик, но... What's the shot? А кто забил? Гомес.
А ассист сделал кто? Роналдо. Он тут. Варан сматерился про себя, естественно. Вот. 1-0. Ну, я не знаю, там, по-моему, 1-0. Я думал выходить на позицию и бить, а тут вон такая возможность для паса. Я, и, конечно же, думаю, раз, давай-ка. А кто там пас-то отдавал? Мне просто интересно. Тиаго, окей. Вот, Тиаго пас отдает. Роналдо открывается. Я думаю, просто обижать их всех и пробить мощно. Вот так вот, типа, еще дальше бежать. Ну, а тут что? В центре игрок. А я ему отдаю, он забивает. Все. Красиво, красиво. Классно, классно. Продолжаем дальше. 23-я минута. Фух. Так. Естественно, сейчас Франция должна отыгрываться, потому что, ну... Это в скрипте так у них написано, по-моему. Я не знаю, честно. Вот. Фух. Немножко даже страшно стало, ну, потому что... Все же топ-футбол, как-никак. Так, ну тут я не добегу первый, естественно. Мы его вдвоем тут прессинг... Чуть не получилось. Уже горло болит от излишнего орания Дани. Во, молодец. И от тебя задача только пробежать. Да, только пробежать, все. Они уже знают, что я буду делать. Так. Вот не получается пока ничего сделать. Лаказет, оказывается, у нас вместо Гризма, наверное, выйдет позже. Карвальо пробить хотел. На... Интересная схема. Вот у Португалии прикольная, позволяет контролировать всю полузащиту, но в атаке не получается контролировать. Вот, не получается прессинговать, но ничего страшного. Я думаю. Потому что полузащита все-таки важнее. Вот, давай-ка сюда. У нас. Вот у них Суарес, у нас Суарес есть. Ой. Тут мы фланг отдали немножко. А, так, их мяч, ничего страшного. Мы все это дело контролируем. Так, контролируем же, да? Вот, все. Нани. Ай! У Минди корпус просто, я не знаю какой, слишком мощный. А, так. Ну, мы можем тут тоже пробежать аналогично. И, оп. Ай, хотел еще вверх сделать, потому что там по-любому он бы обыграл. Ай! Не получается их ухватить за известное место. Они постоянно пытаются улизнуть, что у них и получается. Лемар, кстати, тоже быстрый парень, который сейчас... Спокойно, мимо. Мимо, мимо. Сейчас попробуем позиционную атаку совершить, которая будет намного важнее. Вот, все, и давай. Ну, ну как тут это пройти все? Свисток. Сюда. Надо как-то обыграть, но я не знаю, что комить, поэтому иногда вот так вот перерывы и молчу. Вот. Но выноси туда его силы. О, Кристина Сергеевна, давай, все. Уай, хорошо, уай, хорошо. И просто беги. А тебя нужно про... Ой, я не знаю, обыгрывать, нет. Видимо, не надо было обыгрывать, блин. Так, наш. Да кто дай пас, ну что ты делаешь? Ой, 1-0, первый тайм окончен. Я думаю, во втором мы также натянем. Также натянем всех, кого сможем. Вот. Итак, это второй тайм. Уже почему-то быстро прошло все это дело. Вот. Ну все, поехали. Сразу же прессингуем. Силы Роналду нужно копить, но прессинг нужен в любом случае, потому что, ну, как без него? На. Нет, ты тут не... Серьезно? Нет, не успел. Хреново обработал. Так, давай-ка сюда. Давай сюда. Ай. Каждый француз почему-то хорошо обороняется. Он взял мяч, и все. Он к ноге прилип. Я не знаю, что это, как с этим бороться. Но ничего страшного. Карвалью, давай сюда. А мы сюда. Не сюда, наверх хотел я сделать. Наверх, ну что такое?
На. Здесь Португалия будет под катами играть. Он тут обыграл меня. На. По хилу тебе, или что это там за часть такая. А мы вот так, а мы вот так, а мы вот так. И ты туда тоже забегай. Давай забегай. Ну что ты там встал? Ну, я тебя не вижу. Где ты там забегаешь-то? Передача не прошла. Блин, в центр бы прошла. Там бы хороший удар. Удар мог бы случиться. Удар. Так. Еще раз Тиаго. Ну, и вот тут уже все. Все, да? Нет, не... Так как? Вот это гениально прям было. Как это возможно? Сейчас, вот смотрите, вот Тиаго. Это Варан, да? Ну, естественно. Вот, смотрите. Вот. Вот. Вот это как так? То есть, он даже мяча как бы не коснулся. Но мяч пошел туда. Ну, это Песка. Это 6, PS6, пятый год, поэтому мы тут не будем слишком сильно придираться. Первое нарушение. По-моему, первое. Вот Гризман заменяет Лемара. Но я думаю, нам нужно через 10 минут тоже подумать о заменах. Суарес, Дани. Дани хорош! Дани хорош! Ты реально вот через клавиатуру вот чувствуешь, что он вот так потеет, толкается, но Варан сильнее. Варан просто мощнее. Давай, ты сможешь. Ну, по крайней мере... Нет, слушайте, Варан даже финтиться умеет. Вот это да. Вот это да, вот это француз называется. Так, так, давай-ка сюда, давай-ка сюда, давай-ка сюда. Да не туда надо было тебе бежать, надо было просто прямо бежать. Ну, куда ты там вглубь побежал, ну, что ты делаешь? Вот. Немножко даже скучновато стало. Кристина себя на Напе проявил, только отдав голевую. Что-то у него сегодня не очень получается. Вот. На! Ну, потому что достал. Так, что это? Серьезно? Ну, это, конечно, беспредел уже. Но там желтое же. Желтое, согласен. Ой, сейчас нам вы еще забили, это было бы вообще весело. Ну, 1-0, мы от сценария не отстаем. Правда, Роналду никто травму не сделал, как в реальности, да? Вот, ну, 1-0, как и в реальности, там, по-моему, тоже 1-0 было. Так, давай, ну, так, у Португалии такое чувство, как будто каши мало ели. Ну, что там было, что там? Желтое, да, а что ты сделал-то? Покажите мне. Вот, я же мог там... Ой, подождите, а как менять? По-моему, вот так. Ага. Так, ну теперь тебе пипец. Мы попробуем. Ой, а можно мне... Так, блин, ну... Я не понимаю, как в это можно играть. Но удар я сделал хороший, надо было... Я хотел вниз закрутить, вниз под эту... чтобы стенку обошел и вниз ударил. Не под стенку, а обошел именно. Обкрутил, так сказать. Закрутил. Вот опять небольшие фризы. Давай на Кристину. Кристина! Блин. Ниже. Ниже, точнее, не ниже, а левее. Еще страшно, у нас еще сколько минут-то. Тем более мы выигрываем, но в предыдущем видео я тоже выиграл 1-0. Вот в Песке с этим модом, да? Что-то мне кажется, 1-0 это скучновато. Надо еще что-то делать, чтобы больше было. Так, попробуем, что у нас там по заменам есть. Роналду мы, естественно, не меняем. Он у нас незаменимый. Так, ну а кто у нас тут? Тиаго устал, да? Сейчас мы тебя заменим. Так, а на кого менять? Я не знаю. Ну, естественно, кто у нас там еще? Нани. А, давайте Тиаго заменим на Куарежму. А чё бы нет? Все, пока не будем ничего больше менять. Гризман вон. Так, давай. Ну, борись, ты что ты 1-0 выигрываешь и так просираешь мячи? Не борется, ничего не делает. Ужас. Вон даже Роналду бежит обороняться. Так, вон он, Роналду бежит обороняться. А ты что ничего не делаешь, блин, позорище. Ой, фу. Сейчас бы плотный мощный удар головой и до свидания. Вот, мы тут немножко заменились. Они тоже что-то Погба вон там поставили, еще что-то кого-то. Так, тут не обосраться, главное. Так, и побежал туда. Ну, они как-то сегодня не хотят бегать именно правильно, куда я хочу. Они бегут не туда, куда я им говорю. Вот. Так, а мяч их, да. А вот это я Погба сломал, да, или кто это был? Сюда иди, что такое?
Да, блин. Ну, а что такого? В принципе. Так, это кто у нас тут? Это что такое? Нет, нет, нет. Вон уже фризить начало опять. Опять фризить начало. Как работать в таких условиях? Нет, он не добежит, естественно. Так, Пепе, ну мы попробуем вот сюда. А мы попробуем в центр. Так, что? Я ж... Ай. Что-то как-то я хреново сегодня играю. Очень хреново. Вот. Надо без разминки сразу начинать играть. А то тут наедаешься и уже неинтересно. Вот этот шанс. Гомес. Так, серьезно? Суарес, давай-ка не филонь. Что ты делаешь-то? Дани, давай. Давай, надежда наша новая. Старая. Серьезно, давай. Кристиану Роналду. Роналду, Нани. Так, Нани, ну твои же мать. Так. Все, хорош. Можно попробовать навесить, только на кого? Никого нету. Никого нет. Роналду, вверх выиграй. Туда куда-нибудь закинь. Выиграть вверх. Выиграть. Так ты... У них не концентрация. Это реально хуже, чем сборная России, за которую я играл. За нее я могу хоть комбинировать. А тут что-то вообще бред какой-то. Так, что, уже конец? Ой, наконец-то. Ой, 1-0. Изи было. Ну, по-моему, там в той игре во втором тайме забили где-то на 60-х минутах, я уже не помню, или в конце. Ну, по крайней мере, 1-0. Сейчас посмотрим опасные моменты. Вот. Ну, я думаю, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, естественно, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям. Вот еще один косячный момент. Мимо, не умеет крутить вообще, ужас. Ну и гол, гол. Роналду в разрез, он пас, и, ну, классненько, красиво. Я думал, я еще парочку таких забью, но не удалось. Давайте еще посмотрим, что-нибудь интересное было, нет? Так прям его показывают, прикольно. Ну, давай еще что-нибудь. Так. Это мой косяк, но это так себе момент, если честно. Так, вот это хороший момент. Тут реально мог быть гол. Но его не случилось. Так, ну вот это классный удар. Это я классно пробил, да. Ну это Роналдо, поэтому... Классно. Вот, ну давай, что еще дальше? Так. Кстати, если вы заметили, я не любитель сериала «Кухни», но, по-моему, это музыка из него. Да. Я только сейчас понял. Вот. Еще один удар. Ну, по-моему, это уже повторение, да? Да, это уже повторение. Это нет смысла смотреть. В общем, ребят, еще раз лайки, подписки. В общем, всем пока. Что еще можно тут сказать? Предлагать идеи. А, можно еще посмотреть, что у нас тут 5-2, 7-0, 4-1, 1-1-1. Ну, естественно, по владению у нас, конечно, косяк 41 на 59. Ну, ничего, мы победили. Вот, все нормально. В общем, всем пока.